1 по 30 августа 2021 года в России проводится сельскохозяйственная микроперепись. Перепись – это единственный источник подробной информации о ресурсах и результатах сельскохозяйственной деятельности, в том числе по хозяйствам населения. Данные переписи обезличены. Опрос будет проводить переписчик, который предъявит удостоверение и паспорт. Отвечая на вопросы, вы внесете важный вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны.